После случая с пропажей картины Левитана охрана бесценных экспонатов усилена. Еще в сентябре прошлого года правительством области было принято решение о выделении 9,5 миллионов рублей на создание дополнительных средств защиты для особо ценных музейных фондов области. На эти средства был оснащен современными системами охраны новый музей палехского искусства. Исключением не стали учреждения Плесского музея-заповедника. В частности, усилена охрана музея имени Левитана, откуда в августе прошлого года бесследно исчезли 5 картин. Большая работа проведена в Плесском музее-заповеднике, где музеи также обеспечены круглосуточным постом физической охраны. И в двух музеях, это в музее Левитана, в музее пейзажа, установлены рольставни. Также были средства выделены Холыскому музею, где была проведена работа по обновлению системы видеонаблюдения, установлена ограда и ночное освещение. В 2015 году эти работы будут продолжены практически во всех музеях, и на эти цели в бюджете предусмотрено 10 миллионов рублей.